есть информация, да, про грязную историю, связанную с этим отпрыском. И там, где они должны, наоборот, вести себя, но если они не хотят это признавать, не хотят это комментировать, то они должны как-то... В Чечне произошли очень важные события, очень важные кадровые перестановки. Значит, дочь Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, стала вице-премьером, пошла на повышение, была министром культуры, теперь она вице-премьер. И самое важное, наверное, событие, это то, что тот самый отпрыск Кадырова, Адам, ему присвоили звание Героя Чечни. Есть такое учрежденное Кадыровым звание, когда оно, кстати, история этого звания, этой медали, я вам расскажу немного. Причина того, что они это учредили, была в том, что мы постоянно их упрекали в том, что они герои России, но не чеченского народа, не герои Чечни. Мы им говорили, что Дудаев, Масхадов, там, Басаев, они герои Чечни, они герои чеченского народа, а вы герои России. И они в какой-то момент их, видимо, осенило. Действительно, это ведь так получается. Мы герои России, мы тоже, мы должны, значит, сделать, ввести вот этот вот орден Героя Чечни. И вели его, в первую очередь его дали Рамзану, там, в общем, всему его окружению. И вот это звание теперь присвоено и к сыну Рамзана Кадырова. Это такое, знаете, такая ситуация, когда вот сам человек сам палится. Вроде есть информация, да, про грязную историю, связанную с этим отпрыском. И там, где они должны, наоборот, вести себя, но если они не хотят это признавать, не хотят это комментировать, то они должны как-то, ну, делать вид, что ничего подобного, да, не происходит. А они, наоборот, этими своими действиями палятся. И если до этого, когда появилась информация о том, что он избил этого заключенного Никиту Журавеля, если люди, ну, как-то скептически относились к этой версии, которую я изначально, да, говорю, что причина в репутации этого отпрыска, причина в том, что в республике активно, причем в первую очередь в окружении Кадырова, знают об этой грязной истории дубайской, и что причина вот этого хода, да, типа он избил там того, кто осквернил Коран, была попытка исправить потерянную репутацию. К этой версии, если люди относились скептически, многие, и вы заметите, даже журналисты, там, освещающие эти события, изначально вообще об этом не говорили. Говорили о том, что Кадыров пытается отвлечь внимание от своего здоровья, там, что-то такое. Да? Были первые главные версии, были эти. Потом закидывается видео, как он избивает этого парня. Это ведь тоже они палят сами себя. Но опять, если кто-то, ладно, какое-то количество людей приняло еще, да, задумалось об этой версии, но опять многие ее отвергали, то сейчас уже даже те, кто до конца не хотели в это верить, даже они теперь поняли, в чем истинная причина. Сейчас-то нет никакой необходимости отвлекать внимание. Сейчас-то понятно, что Кадыров ни в какой коме не был, что в целом, да, конечно, здоровье подорвано, но парень выкарабкивается потихоньку. Да, навряд ли будет теперь тягать штанги и делать, передавать нам эстафеты по бегу, там, отжиманиям. Но в целом жить вроде будет. И вполне себе даже сможет там ездить, что-то там активно даже работать. Вот, и вот этот вот ход дать звание Героя Чечни своему сыну, он наоборот спалил тебя, Кадыров. Ты не понимаешь, что этими методами ты его Героем Чечни не сделаешь. От того, что ты ему дашь, повесишь на него этот орден, там, звание, где-то грамоту ему дашь, от этого для чеченцев он героем не станет, а наоборот, те, которые даже не верили в эту историю дубайскую, которым казалось, ну, это тумач какой-то, да не, навряд ли, ведь такие были, и я таких, и даже те люди, которые со мной общались и мне высказывали сомнения, после этого твоего хода написали, ты, оказывается, был прав, брат, вот теперь понятно, поэтому ты спалился, дурачок. Тебе ни в коем случае нельзя было это делать. Тебе нужно было просто игнорировать. Но ты и здесь даже не справился. Ты даже здесь не понял, как себя вести. Ты можешь еще много разных наград на него повесить. Но это лишь укрепит ту информацию, которая о нем ходит. Так что от этого тебе уже никуда не уйти. Героями чеченского народа, героями Чечни становятся не путем навешивания орденов. У нас есть герои, любимые народом люди,
у которых никогда не было этих званий. Даже вот этот орден Common Sea, честь нации, который был введен в период нашей независимости, у нас не определялся герой наличием у него этого ордена или его отсутствием. Истинные герои нашего народа даже не имели никогда этих орденов. И даже не было тогда такого ордена. У шейха Мансура не было ордена. У Аблека Зелимхана не было ордена. У Байсангура Бинойского не было. Джохар Блэву вообще посмертно дарит. Считайте, что тоже не было. Понимаешь? Есть много ушедших сейчас в эту войну героев, о которых люди говорят с любовью, о которых очень много историй, их доблести, их героизма, их смелости, отваги. У этих людей не было этого ордена. Суть героизма не в наличии ордена. Нельзя сделать человека героем, дав ему орден. Чтобы сделать человека, чтобы человек стал героем для людей, примером для подражания, примером человеком, объектом восхищения, он должен совершить подвиг. Он сам должен что-то сделать. А орден – это лишь отметка его подвига государства. То есть, когда человек делает, совершает подвиг, народ это воспринимает, народ начинает его чествовать, и государство как бы отмечает этот подвиг, говорит, да, действительно, вот тебе еще и орден, понимаешь? Вот так это происходит. И подвигом не является избить заключенного. Ты пойми это. Нельзя стать героем, избив заключенного. Ну, в данном случае конкретно этого, когда у тебя власть в руках, ты можешь в любой момент прийти в эту тюрьму, тебе туда ход открыт, а этот человек находится там в заключении под твоей властью, и просто, значит, надавать ему тумаков и стать героем нельзя. Есть ситуации, когда, может быть, избив заключенного, кто-то стал бы героем, но это только в том случае, если бы он сам был бы заключенным, или это не был бы человек, там, представитель власти, то есть он попал бы в эту тюрьму не так, что ему открыли все двери. То есть я допускаю какие-то там, может, индивидуальные ситуации. Я не говорю, что в принципе избиение там. То есть если кто-то совершит акт возмездия, как, например, это сделал Юсуф Тимирханов, да помилует его Всевышний Аллах, конечно, он стал героем, конечно, это был геройский поступок. Но ты бы, например, вот давай представим себе, смоделируем ситуацию. Если бы Буданов был бы задержан, сидел бы в тюрьме, и твой пасынок пошел бы, твой сын пошел бы в тюрьму, вы вместе, точнее, пошли бы, вам бы открыли все двери, вы бы туда зашли, и твой сын бы его там избил, он от этого героем бы не стал, понимаешь? Потому что нет здесь героизма, здесь нет никакой проблемы для твоего сына. Героизм – это когда ты жертвуешь собой, обязательно это, понимаешь? Ты не можешь стать героем, когда ты ничем не рискуешь, когда ты ничем не жертвуешь. Это как представь две ситуации, когда один, допустим, очень богатый человек и очень бедный человек. И вот эти вот два человека, допустим, один дает, скажем, свои, ну, дает там 1000 рублей, к примеру, оказывает кому-то помощь, и второй дает 1000 рублей. Вот этот бедный человек, он отдает, допустим, последние свои деньги, 1000 рублей, для того, чтобы оказать кому-то поддержку. И богатый человек, для которого 1000 рублей – это вообще вместо салфетки он использует, и он отдает 1000 рублей, они вроде бы одно и то же действие сделали, но действие бедного человека заслуживает уважения. Он пожертвовал там своими кровными деньгами, всем своим состоянием на этот момент. А богатый просто не заметил даже то, что он дал, понимаешь? И в данной ситуации его поступок не будет абсолютно, не заслужит того уважения, которое заслужил бедный человек. Так же и здесь. Когда кто-то, рискуя своей жизнью, акт возмездия совершил, и он заслуженно получает свою героизацию, ты не можешь ее так получить, ничем не рискуя, ничем не жертвуя, просто придя, там, перед тобой все двери открываются. Ты не можешь это сделать, понимаешь? И исправить ты это не сможешь, просто повесив там орден, который тоже находится в твоем ведении, под твоей властью. Ты кому хочешь его даешь, там, кому не хочешь, даешь. Не так становятся чеченскими героями. Пойми это. انتظريني يا قدس وانتظريني سأزيل سدودا